Так, с песен о дружбе начинается утро на летней площадке школы номер 7. На 150 ребят 26 профессиональных педагогов. Работа построена поотрядно. Группы по 25 человек распределены на 8 кружковых объединений, которые посещают по расписанию. Ребенок не просто дома сидит возле телевизора или компьютера, или где-то гуляет неизвестно где, а полдня, то есть с 8 до 2, ребенок находится под присмотром взрослых. И не просто под присмотром, а здесь он еще получает как бы образовательную программу, потом оздоровительную программу получает, ну и, конечно же, здоровое питание. То есть родитель всегда уверен, что с его ребенком как бы ничего не случится. Занятия самые разные. Информатика – один из любимых предметов. Здесь ребята знакомятся с азами офисных программ и элементарными приемами компьютерной графики. Для интеллектуального развития – шахматный кружок. Давид мечтает стать дипломатом. Считает, что шахматы – отличная тренировка для ума. Я занимаюсь 4 года, и шахматы – это умственная игра, которую надо размышлять, думать, а не в компьютере сидеть. Мне очень нравится урок музыки, рисование. Мы все равно там что-то узнаем новое и очень интересно. Важный вопрос – безопасность во время каникул. Сегодня школьники учатся, как правильно обращаться с огнем. Этому даже посвятили конкурс рисунков на асфальте. Здесь же в школе работает трудовой лагерь для старших классов. Ребята помогают педагогам в организации отдыха младших подопечных. Детей организовать, как бы построить. Еще мы помогаем там, когда нужно помочь, например, в столовой. Или помочь, например, расставить какие-нибудь вещи для мероприятий каких-либо. Это все мы. Игра игрой, а обед по расписанию. За полноценное питание здесь отвечает заведующая производством Анна Астахова. В школьной столовой работает 23 года. Всю эту кухню знает до мелочей. Отмечает, что работа в радость, когда все делаешь с любовью. Я очень люблю детей, как бы всех люблю детей. То есть считаю, что самое святое, что есть у человека в жизни, это дети. Вот. А тем более, если связано еще и с приготовлением блюд, это, естественно, вкладываешь свою частичку сердца, свою частичку души в приготовление блюд. Сейчас идет вторая смена. Детей принимают 29 учебных заведений. Всего в этом году в лагерях дневного пребывания отдохнут более 4000 юных анапчан.